Привет, я Энни Мэджик, ребята, и это моя рубрика «Необычные домашние животные». И сегодня мы в гостях у Алексея, Лёши и вот такого вот Ванечки. Иван, это лемур. Лори. Ставьте лайк, если вам нравится эта рубрика и вы хотите еще необычных питомцев увидеть. И пишите в комментариях, что вы думаете об этом красавце и кого из животных вы хотели бы увидеть в этой рубрике. Почему такое животное? Как оно у тебя оказалось? Ты его ждал, выбирал, прям хотел, или это случайность? Нет, я совершенно его не ждал. Я хотел собаку изначально. Все хотели собаку. Многих лет, да. Но полтора года назад мой друг позвонил мне. Он говорит, хочешь лемура забрать моего старшего брата? Я спросил, это не шутка? Он сказал, нет, животное нужно спасать, выбор пал на тебя. Я сказал, окей. На следующий день мне действительно привозят Ивана. Дает вот эту прекрасную перчатку, маленький боксик 20 на 20 сантиметров коробочку, переноску кошачью. А там он. Жесть. Вот жуки возьми, зоофобусы, то-то-то. Да иди погуляй, все же. Тик-тик. Он очень это прикольно делает. То есть, получается, он у тебя оказался совершенно случайно. Но из-за того, что животное 3 года жило у хозяев, которые обращались с ним самым должным образом, скажем так, он, конечно, был очень худой, очень запуганный, боялся людей. То есть, любой шок, откуда его взяли? А я так понимаю, ну, само собой, они все привезли нелегально в нашу страну очень ужасным образом. Азия, скорее всего, тоже азиатский, потому что по сути, ты его спас. Да. Да, это история спасения Ивана лемура. Да. Это как подготовительный класс к ребенку можно назвать, потому что это так и есть. При всей его милости, скромности и медлительности это не так. Я посмотрела специально перед тем, как приехать, видео с лемурами и видела просто, что у них вот эти вот невинные глаза такие вообще абсолютно детские. Видимо, это 99% этих всех питомцев, которые на ютубе везде, где они поднимают руки, погладить подмышки, ой, как мило, рисовый шарик. Он не такой. Не такой. Не такой, нет. И сегодня мы увидим, какой он. Сейчас он проживает вот по всей квартире, где угодно может ходить вот, и ползать. Можно посмотреть. Вот он сейчас пошел в шкаф. Вот так у нас обычно зарядка вот происходит. Почему Иван? Это не я придумал. Я не спрашиваю, мне очень понравилось, я решил даже ничего не менять. То есть тебе сказали, его зовут Иван, да? Да, Иван, 3 года, здравствуйте. Не, уже получается 4,5. То есть у тебя он живет полтора года? Полтора, да. Иван забрал просто весь шкаф. То есть он определился, это мое место, вот здесь я живу, здесь я тусуюсь, да? Очень долго он примерялся по всей квартире, в вещах поспал. Что он ест? Финики, несомненно. Мы можем прямо сейчас его чем-нибудь покормить? Саранча как? Протеинчик у нас, а фобосы более жирные. И бражник. Бражник, он, как видишь, сейчас очень маленького размера. Да, я пыталась его подснять там, но его вот не видно. А через неделю они будут большие, потому что очень быстро вырастают. Это как лапы. Это будут именно гусеницы такие, гусеницы, да? Цвета Тиффани. Тоже постоянно чередуется питание. Ну и такое разнообразие получается. Разнообразие, само собой, да, чтобы одним не питаться, потому что одно жирное, другое нет. Плюс бананы, манго. Иногда сгущенку даю. Иногда сгущенку. А можно? Немножко, да, можно. Мне сразу сказали, можно сгущенки немного, поэтому чайную ложку сгущенки периодически. Так что лемуры – хищники. Если вы задумаете завести, знаете, что вам придется кормить его вот этими вот движущимися, ползучими червяками, живой саранчой. Срок жизни их, да, сколько они времени могут провести с человеком? Вне природы у человека в среднем где-то это 10-13 лет. Ну, как собака получается. Как собака, да. То есть я еще в самом начальном, на самом начальном отрезке. А в природе? До 25. Вот этот вот большой пакет, это, Леша сказал, какие-то деревянные опилки. Паролевские опилки специально для котов, для животных органических. Он параллельно грызет, так и спит в этом мешке, когда ему нравится. А, спит даже в этом мешке. Ложа Ивана. Давай, не стесняйся. Оп. Взял. Он так смотрит на эту еду. Иван. Иван или Ваня? Я Иван называю. Иногда мне кажется, там нету сознания, но это там. Он так странно ест вообще. И вот он взял и отгрыз ей голову просто такой, да? Ну а что, правда? С таким милым лицом. Или саранча, или Иван, одно из двух. Просто ест крылышко. Ой, шерсть такая, как игрушка мягкая вообще. Он хочет гулять. Сейчас он, да, точку найдет. Он так ходит смешно. Вот, видите.
Пополз. Куда он пополз? Он так смешно ходит. У него такие прикольные лапы, как пальцы прям, да? А сколько у него? По 3 пальца на задней? 5 передней, да, там задний получается как коготочек еще. В шкаф. Он любит, я так поняла, такие какие-нибудь укромные местечки, да, залезть, тёплые, спрятаться. Тёплые, спокойные, спрятаться, чтобы тебя не видел, тёмные. Он очень прикольно так лапами обхватывает шкаф просто вот. Вообще. Выглядит классно. Он хочет под кухню, да? Под кухню. Спрятаться? В кухню. А-а-а. Тут столько всего. Сейчас уронит. Уронит. Ты знаешь, что ты хочешь это. Давай, детка, бери. Это... Она еще лапами шевелит, жесть! Но в Дикий Природ он ест даже мышей маленьких. И еще мадагаскарских тараканов, но один раз мы пытались повторить это. Я купил ему, которые такие большие. Да, шипящие. Да, шипящие. Да. Как... Но итог был такой, таракан кричит, я в одну сторону, Иван в другую сторону, и мы больше не возвращались к этому вопросу. Ваня хочет явно под кухню. Он такие звуки издает. Да, я говорю, он как дед, то есть это он... Ворчит он, такой. А он сильный? Да. Ваня убежал все-таки под кухню. Где он ходит в туалет, если везде в доме он может ходить, ну, бродить? В этом плане, на самом деле, спокойнее. Я тоже долго об этом волновался. Все происходит в ванной. То есть какие-то моменты даже как-то может залезть и в сторону унитаза что-то сделать, свое дело, как будто он видит и понимает, куда это нужно, например. И по большому, и по маленькому, правильно? А маленькие это вот стены, когда он ползает по стенам, по всему, потом даже хожу. Даже вот так? Потом я хожу и стены протираю. Вот так, ребята, завести лемура, если он без клетки, да? И сесть на стены иногда. Портит ли он еще что-нибудь? Нет, вот на том плане это абсолютно как ниндзя. То есть, как я говорил уже, ты слышишь только ноготок, чавканье и все. И все. Это все, что ты... И еще такое кряхтение. Да, да, дед. Потому что он когда тут полз, он такой звук какой-то издал непонятный. Ну, как такой. Дед кряхтит. Он пахнет, само животное пахучее. Ну, знаешь, бывает вот прикольно. Лемуром пахнет. Лемуры пахнут. Пахнут. Лемуром? Да, если он нервничает, волнуется, у него железы еще находятся, и появляется такой характерный запах. Но это когда он нервничает, волнуется. Вот сейчас мы, кстати, вот я не чувствую никакого запаха. Потому что убираться. Потому что надо убираться, да? Ну, то есть он прям, вот сильный запах или нет? А, ну если... Если не убираться. Если не убираться, ну прям пахнет мартышкой. Мартышкой, ага. Как пахнут мартышки, кто знает, напишите. Сходите в зоопарк и понюхайте, да. Просто открываешь такой кухню. Пошел за сковородкой. Что ты меня кусаешь-то? Оп. Пошел за сковородкой, а там лемур. Вот там лемур. Все. Лемур убежал. А ты его не вытащишь там, потому что он схватится за что-либо, и все. Он до конца не понимает, видимо, что вообще ожидать от людей. И правда ли это, что клетки нет? Как его режим дня выглядит? Он подстраивается под тебя? Или он вот как он жил и так и живет, и пофиг, что ты делаешь? Ну, все равно как-то подстраивается, потому что, например, я хожу на работу в районе там 9:30, и стандартно нужно вылезти, попросить еще поесть, только после этого пойти спать. А в основном зимой он, конечно, позже просыпается, это часов, наверное, 10 вечера уже, а засыпает часов 10 утра. А когда лето, все немножко меняется. То есть там пробуждение в 6 утра, когда солнце уже, он там все уже ложится спать наоборот. А спать, просыпается, ну, часов 6 вечера. Ну, то есть, получается, это ночной хищник. Абсолютно. Вот это милое, маленькое, пушистенькое создание, это ночной хищник, который по ночам тусуется и ищет, что бы его подкушать. Бегает, и слышно просто его ноготочек, который по паркету цок-цок. Да, у него же вот этот вот один ноготок, да, который такой вот. Ваня, выходи. Грызет там такой. Чавк. Сколько он таких саранчей съедает за один раз? Ну, я где-то штук 5 даю. Вот объясни мне, скажи, я такая говорю, хочу лемура? Не надо. Не надо, Во-первых, это ужасен путь вообще, как их привозят в страну. Ну да, это контрабанда, во-первых. Контрабанда, и... Это реально маленький ребенок, все-таки там примитивный примат, как это смешно не звучало. И это большая ответственность, потому что животное может даже заболеть человеческими болезнями. Маленький вот этот прекрасный комочек кашляет, как мужик. Пятый доктор, лемурий врач, оказался нормальным. Прописал, с пятого раза, прописал человеческие антибиотики. Таблетки, как ты видишь, он...
Да, не да, захочете, из порошочек горький не сможете, поэтому я брал, мельчил в порошок, смешивал с водой, шприц, вкалывал саранчу и скармливал его вместе с саранчой в течение 10 секунд, пока саранча живая была. Вкалывал прямо в саранчу. Да, прямо в саранчу я вкалываю, то есть в смесь отдавал и скармливал. О, жесть вообще. А по-другому никак. Не хочу ваш банан. Вань, хочешь банан? Нет. Что, почему он не такой? Точнее, не почему, а вот как это проявляется все? Он огрызается, он кусается, у него зубы большие. Ну, клыков нет, а зубы больно кусаются. Больно кусает, да? Кусал тебя? Да, челюсть небольшая, конечно, пробую постоянно, как ты видишь, он пытается там огрызнуться. То есть вот тебе же привезли перчатку эту, да? Они сказали, зачем она? Они же ядовитые, потому что у них в локтях железо находится. А, даже так? Так, ребята, интересный факт. Они ядовитые для чего? Они убивают жертву? Для маленьких животных, да. Ага, все понятно. Дай-ка на голую руку, так сказать, уже 3 месяца вместе живем. Вот как взял, укусил, так я положил обратно, и больше пока к этой идее не возвращался, да, потому что это 50 на 50, укусит, не укусит, именно сейчас. Ну что ж, Ваня, какой ты хорошенький, миленький питомец. Не надо мне ни бананов, ни саранчи, ничего. Ни саранчи, ни бананов, ничего не надо. Но это нормально, потому что это животное, это не человек, мы не можем его там заставить, уговорить или еще что-то. Как решил, так и решил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и увидимся скоро. Пока! Пока всем!